Нет, я не хочу сказать, что вы спите на работе. Никто не заслуживает отдыха больше вашего. Всем привет, всем приходили товарищи с полигона ТБО и притащили мне вот это чудо. Вот в таком прекрасном виде целый компьютер. Угадайте, за сколько? За 100 рублей. Товарищам лишь бы на флакон насобирать. За 100 рублей притащили компьютер. Целый, почти. Даже есть задняя, боковая, извиняюсь, крышка. Маркировка, ну, по которой мы, конечно, год, скорее всего, не узнаем. Но судя вот по этим цифрам, 04, 05, 06. Короче, где-то с 04 по 06 год. Древнющий, за 100 рублей. Всю комнату я засрал, и все бы ничего, но... Хоба! Нету у нас кулера, нету жесткого диска, да, нету. И нету блока питания. Зато есть у нас гербарий. Товарищи, гербарий будем собирать. Есть гербарий целый. Есть видеокарта. Какая-никакая, не знаю. Наверное, никакая, скорее всего. Давайте посмотрим. DDR PCI. Ничего не написано. А, вот. X1300 на 256 мегабайт. Смотрите, какая память у нее. Ужас. Древнющая видеокарта. Но зато есть. Возможно, даже рабочая. Переходник. Значит, у нас кулер спереди стоит. Особо не нужен. Есть один SATA кабель. Слава богу, оставили. И есть пульт какой-то. Я так понимаю, от цифровой приставки. Пульт внутри лежал. Весь уже пылющий. Скорее всего, как выкинули с пультом, так он и лежит. А возможно, кто-то пульт потерял просто дома. А он ушел на полигон отдыхать вот в таком замечательном корпусе. Предлагаю сегодня его восстановить и пустить на Авито. И, естественно, маленько подзаработать. Погнали! Для начала нужно вытряхнуть весь вот этот шлак. Здесь какие-то листья, картонки. Отсутствует кулер, к сожалению. Есть, кстати, дисковод. И сейчас я иду во двор, выгребаю все это нахрен, отмываю корпус, и мы начнем его разбирать. И что в итоге? После вытряхания мы имеем материнскую плату фирмы Gigabyte. Без разницы, что там, какая у нее модель. 775-й вечно живой сокет, DDR2 память, PCI Express и, в принципе, все, что мы по этой матери имеем. Также имеем флопик, имеем дисковод, пару проводов, какой-то непонятный кусок провода, имеем видяху, которую я слегка сполоснул. Также при чистке выпала одна из заглушек, вторую не нашел, второй нету. Снял с другого корпуса, правда белая, вот такая. Нашел оперативку, правда всего 2 по 2, ну 3 по 2, не знаю, все рабочие, не рабочие. Также имеем пульт, ну пульт нам в принципе не нужен. Что у нас отсутствует, нету. Нету, как показать, вот так. Нету у нас здесь блок питания. Вот он блок питания будет. Не знаю, какой, без разницы, какой вообще просто блок питания. Нету болтов на корпусе, видимо, кому-то они были нужнее. Отсутствует кулер, сейчас где-нибудь снимем. Нету жесткого диска. Вот в этом малыше. Есть ЖДшник. Сейчас я его оттуда тоже сниму. Ну, в принципе, остальное все есть. Вроде бы как. Ну, сейчас по ходу разберемся. Давайте приступать к сборке. К слову сказать, Pentium 4 процессор.
Ну что, момент истины. Питание подключено. Кнопки Power у нас нету, поэтому ее функцию будет выполнять кнопка Reset. Ничего. А знаете почему? Потому что надо сзади включить питание. Дубль 2. Ничего. Оба. Есть. Есть писк. Можно включать монитор. Погнали. И первая гранатест МФС Most Wanted. Не ставлю захват экрана, пишу с камеры, чтобы не затормаживать систему. Никакого FPS монитора. Уже объяснял, почему в прошлом видео. Когда этот компьютер был популярен, не было у нас понятия FPS. У нас было понятие, идет игра или не идет. Здесь игра каким-то боком ничего идет. У графика, конечно, сами видите. Настройки все стандартные, то есть средние стоят. Графика ужасная, но игра идет, можно играть, в принципе. Какому-нибудь колодрочеву можно. Вторая на тесте игра Half-Life 2. Снова никакого FPS монитора, игра у нас идет более-менее нормально. И позволит ли нам размножаться, чтобы отвечать на каждый вопрос? Закрыто. Позвольте мне разрешить сомнения, лежащие в основе вашего... До кого-нибудь докопаемся. Сначала давайте рассмотрим тот факт, что впервые в истории мы стоим на пороге бессмертия. И последняя на сегодня игра на тесте Call of Duty 2. Быстрее, товарищ. И тебе нужно настоящее оружие, чтобы убивать фашистов. Так, здесь у нас картошка. Звезда на компасе указывает на местоположение твоей текущей задачи. Да, без стволы все. Теперь иди на склад и получи пистолет и винтовку. Ладно, пойдем сходим на склад. Походу дело, нас с оружием обломали. Оружие есть. На столе, товарищ. Подтормаживание. Хорошо. Но вполне играбельно. Хорошо, графика, товарищ, относительно нормальная. На компасе указывает на местоположение твоей текущей задачи. Ну, посмотрим, как ты стреляешь. Целься в мишень. Пистолеты и автоматы годятся только для стрельбы на ближних дистанциях. Если цель далеко, бери винтовку. Давайте применим оружие. Огневому рубежу! Готовы? Стреляйте по посуде! Представьте, что это враг! Советую целиться! Козло! Очень хорошо! Неплохо! Очень хорошо! Неплохо! Козло, хватит! У тебя 15 секунд на то, чтобы сбить все каски. Готов? Огонь! Так, отлично! Теперь иди сюда и ударь по мишени приклада. В принципе, получилось играбельно. Можно маленько поиграть, такие нетребовательные игры. Half-Life 2 у нас, Call of Duty, GTA хотел еще, но GTA работает на любом веннике. По-любому все пойдет. Думаю, справедливая цена для Авито будет 2000 рублей. Напишите свои комментарии. Буду рад почитать, за сколько вы продали данный компьютер. Был бы он у вас. Учитывая, что купили мы его за 100 рублей и вложили туда небольшие свои запчасти. А так, в целом, я думаю, неплохой офисный системный блок получился. Осталось найти только покупателя. С вами был Руслан. Собрали бомж ПК. До новых встреч. Пока-пока.